Ассаламу алейкум. На фоне новостей о вирусе некоторые люди, поддавшись панике, раскупают все подряд в супермаркетах, не оставляя остальным ничего. Дорогие братья и сестры, мы не должны быть эгоистами, которые думают только лишь о самих себе. Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал в хадисе: смысл: не уверует из вас полноценной верой никто, пока он не будет желать своему брату то, чего он желает себе. Ислам учит нас заботе о людях, особенно о бедных. Еще хуже те, кто искусственно создает дефицит, поднимая цены, тем самым создавая ажиотаж вокруг жизненно важных продуктов. Давайте же будем благоразумными, ведь во время трудностей познаются истинные нравы людей. Баракаллаху фикум.